раньше я никогда не выступала вот так вот на сцене, никогда не записывала свой голос в студии. Пою, да, периодически хожу в караоке, может быть, раз в год, достаточно редко. Никогда нигде не пела. Первый раз, в принципе, опыт пения. В ванной люблю петь очень, в машине пою, на публике ни разу, но даже в караоке не пела. Но этот опыт очень интересный. Мне прям понравилось. Нет, я не люблю петь. Итак, зашли ко мне девочки в класс. Такие скромницы все. Мы, говорит, петь не умеем. А сами потом как дали жару. Ого-го! Сумасшедшей фантазии, они постоянно генерировали идеями, создавая все новые увлекательные, остросюжетные, фантастические вариации, с которыми мы просто столкнулись с феерией чувств и разнообразных эмоций. И я думаю, что они сейчас вам все это покажут и представят самым ярким образом. Это будет спокойно, медленно, мелодично. Мы отличаемся от других групп тем, что у нас такой будет очень медленный рок. Смотрите нас сегодня вечером.